Всем привет, с вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 7 мая 2021 года. Перед вами саженец, второгодка, саженец винограда. Я его пыталась вырастить в прошлом году, но условия были не очень хорошие для него. Он стоял в тенечке, поэтому кое-как выросли. Два побега я выращивала с черенка. Они были тоненькие. Я их обрезала и поставила саженец зимовать в подвал. Теперь вот он таким лесом. Я где-то по 3 почки оставляла, а их гораздо больше. То есть вот здесь пошла почка. В общем, целый лес. Что в этом году нужно сделать? Опять же, оставить только 2. То есть раз он в прошлом году не вырос, силы ему не хватило, в этом году я снова выращиваю 2 побега. Вообще, в прошлом году надо было оставить 1. То есть я вовремя не заметила, что побеги тоненькие, развиваются плохо. Надо было уже тогда сделать не 2, а 1. Я пожадничала и оставила 2. И вот ни тот, ни другой толком не выросли. Поэтому в этом году надо оставить 2. Далее за ними наблюдать. Если все хорошо, оставить 2. Если все плохо, оставить только 1. И выращивать 1 лозу. То есть вот эти побеги, они тут все хорошенькие, все большие. Вот любые 2 выбрать и оставить. Все, всем пока.